13 декабря этого года, 2018, мы планируем провести маленькую пресс-конференцию, вот, посвященную тому, как быстро умрут туристические агентства и сколько времени им осталось. Вот вчера была конференция «Турбиз-2019», вот, где последний выступающий Сергей Кравец, директор Сейбер Украина и владелец Tickets.ua, Tickets.ru, Tickets.kz, Казахстан, сообщил о том, что он дает 2-3 года туристическим агентствам, и время пошло. Так вот, я хочу 13 числа пригласить его сюда, вот, и провести конференцию, посвященную этой теме. Сколько времени осталось, и кого мы будем терять, и в какой последовательности будут происходить эти события. А отпраздновать я предлагаю это событие. Это событием организации Лэнда. Можно мне подать часы? Спасибо. Вот, мы на Лэнде выведем вот такие часы, которые будут дадут отчет, ну, вот, времени, сколько осталось. И любой турагент Украины, зайдя на этот Лэнд, может посмотреть. Ну, и это очень удобный, я считаю, проект, потому что по нему можно ориентироваться и планировать свое время, и планировать нахождение, свое будущее. Да. Я надеюсь, что Сергей Кравец нас посетит. Я бы хотел выступить ведущим, а может быть, соведущим. И у меня есть вторая тема к этому. Я бы сделал точно такие же часы и для туроператоров Украины, потому что это не очень логично. Быть туроператором при отсутствии агентов. При отсутствии агентов. Совершенно вот, верно. Спасибо, ждем вас 13 числа. Следите за нашими рассылками. Время мы укажем дополнительно.